Первым главой частной корпорации, принятым в Совет Безопасности ООН, честь для меня. К сожалению, мой сегодняшний визит был омрачен какими-то грязными слухами. Якобы я создаю оружие массового уничтожения, которое сможет поражать не только случайные жертвы, но также и отдельные этнические группы. Я хочу сразу высказаться по этому поводу. Создаем ли мы такое оружие? Нет, не создаем. Потому что мы его уже создали. И при всем уважении, он ископаемое из тех времен, когда каждая нация играла свою роль в решении мировых проблем. Теперь это совсем не так. Потому, прежде всего, что вы предложили эту работу мне. Мои люди умирали на ваших войнах. Так что я имею полное право сказать, ваши войны – ничто. Так что мои приоритеты изменились. Не деньги, а политика. Ведь политики не умеют решать проблемы. Я умею. Так что все просто. Я здесь, чтобы решить проблемы мира. И главная его проблема – это все вы. Черт, что это было? Точно не знаю, друг. Но, похоже, Айронс объявил войну. Мы уничтожили его ОМП. Без Мантикора у Атласа нет ни шанса. Кормак, вам нужно это видеть. Говори. Мы взломали код последней серии загрузок. Что это такое? Потенциальные цели. У Айронса был план на случай, если Атлас загонят в угол. Предупредительный удар. Он хочет вырубить нас еще до начала драки. Нападение на США? Мы что, уже в этом уверены? Каков план? Атлас всех разом не снимет? Сан-Франциско. Весь третий флот готов. Вы нужны мне на земле. Оба. Гидеон, Митчелл, доложите. На севере чисто. Стоп. Что он делает? Что у вас? Сбежать хочет. Пошли! Вперед, вперед, вперед! Белый фургон с гражданскими номерами вышел на точку. Преследуем! В фургоне может быть все, что угодно. Преследовать, но не атаковать. Бей по нему, Митчелл. Ты цел? Кормак, питбуль вышел из строя. Дальше ножками. Эй,
Солдаты Атласа высаживаются. Они приближаются к вашей позиции. Убрать гражданских с моста. Бустеры. Митчелл, включай буст. Нужно перебраться через колодки. Почти на месте. Наш пистолет разнесли. Открой меня. Фургон ушел. Есть. Понял. Главный впереди фургон. Летим. Огонь, огонь! Вижу его! Огонь, огонь!
Бои на линии огня. Смотри, куда стреляешь. Раненый! Бои на линии огня. Смотри, куда стреляешь. Сейчас поможем. Лежать! Лежать, вашу мать! Мы достали, выйдите! Проверь фургон, Митчелл. Они спускают на воду лодку. Дроны! Убрать их! Убрать их! Стреляйте по дронам! Порядке. Вот ведь твари.